В новом лесопильном цеху Фандока кипит работа. Процесс налажен до мелочей – от разделки до сортировки досок. Современное техническое оснащение позволяет значительно снизить себестоимость сырья, но увеличить объемы производства. Мощность – 2500 пиломатериалов в месяц. В модернизацию за последние два года предприятие инвестировало свыше 10 миллионов рублей. Кроме этого, на самой мебельной фабрике было закуплено новое оборудование, в частности, это линия отделки, которые позволили тоже как бы увеличить и объемы, и существенно разнообразить нашу линейку мебели. Фандок выпускает мебель исключительно из натуральной древесины, и мы плотно заняли свою нишу. В 2022-м здесь в три раза увеличился выпуск мебели. Только за декабрь произведено на 1 600 000 рублей. На фабрике установлено и дополнительное оборудование по изготовлению дверей из массива дерева. Ставку делают не только на массового потребителя, но и предлагают эксклюзивные варианты. Благодаря полному циклу производства предприятие выигрывает на рынке по ценам. У нас появились перспективы объемов выпуска продукции. Новый дизайн мебели, дверные полотна нового художественного изготовления начались мы из массива сосны, ольхи. В планах реализация программы по модернизации сушильного оборудования фанерного завода. Это позволит увеличить объемы продукции на 12%. В мебельном цеху также установят станки для изготовления стульев. Наладить производство планируется к концу года. Наше коммерческое управление максимально проводит работу по поддержанию торговой позиции на рынках постсоветского пространства. Это в направлении Грузии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана. Ведутся переговоры, совершаются визиты, посещаем выставки. Также продолжаются отгрузки на европейский рынок тех видов товаров, которые не попали в санкционный список. Непосредственно это мебельное направление. Отгрузки ведутся как в Германию, так и в Польшу. Модернизация деревообрабатывающих предприятий, которая проводится по решению президента, в разы увеличила их конкурентоспособность. Государство инвестировало в эту сферу более 4 миллиардов долларов. Значительный вклад в техническое переоснащение внесли и сами заводы. Как результат, объемы производства стали больше, глубина переработки сырья превысила 90%, плюс в разы увеличился ассортимент импортозамещающей продукции. Ольга Васенко, Максим Галионко, Бобруйск, 360.